не очень большой дальности, но так, чтобы экономить. Что не понял? Не слышу просто, что музыка играет. Ничего, подойду. Значит, мне нужен налобный фонарь. Вот. С двумя режимами работы. С экономичным. Ну, не все практически так. Все. Ну, и не очень большого размера. Батарейка, аккумулятор? Лучше на батарейках, потому что... Но если батарейка, ну, скорее всего, наиболее близко к вам, это вот этот вариант. А есть какие батарейки? Три мизинца. Стандарт? Это и есть стандарт. 3А. Куда уж стандарт? 3А, да. Три мизинца. Мизинчик. Два, а это пальчик. А мне показал медин. Я думаю, что это такой три медин. А сколько он у вас? 700 рублей. Давайте я возьму его. А вот еще тогда, а вот эти вот. А это, ну, вот это да, тоже вариант, кстати. Но он работает и на батарейках, и на аккумуляторах. У него два сменных блока. То есть можете работать либо-либо. Ага. Потому у него что... мощность, да, будет побольше? Ну, наверное. Мощность, да, у него побольше, естественно, чем у того. Да, потому что мне-то иногда на двое суток надо, и негде подзарядить бывает. Ну, тогда просто берете с собой дополнительный комплект батареек, и все. Аккумулятор выжгли, поменяли на батарейки. Не важно. А это сколько у вас? Это 1200. Угу. Так, а вот это что такое? Похоже. Ну, вот я бы все-таки вот тут порекомендовал для вас. Или этот? Да, либо это, вот, ну, вот этот просто, ну, у него фокус не меняется. Понятно, а здесь вот эти вот? Ну, это чистые аккумуляторы. Ага. Потом весьма мощные. То есть у них дальность, ну, под километр и больше. Нет, большая-то не нужна, мне там метров 20, 50, до 50 метров. Вообще любой. Давайте тогда вот этот возьму. А это вот аккумулятор у него, да? Что вы говорите? Вот это аккумулятор. Нет, это не аккумулятор, это блок питания. А сюда вот может вставляться либо вот так вот аккумулятор, либо три батарейки 3А. Ну там специальный блок вставляется. То есть либо-либо. А где этот блок? Ну, в комплекте у вас. А, в комплекте, да? Давайте я возьму. Ну, у меня есть такие батарейки, есть аккумуляторы даже такие. Вот, видите, блин. Ага. Сюда ставят три мизинца. И вместо аккумулятора. Это зарядка сетевая, это зарядка бортовая сеть. Если бортовая, нормально, потому что для автомобиля. Ну, тогда вообще не проблема. Давайте возьму.